В Доме культуры «Контакт» прошел музыкальный вечер. Семейные дуэты исполнили творческие номера. На сцене эстрадный коллектив «Хитрек». В зрительном зале жители микрорайонов «Новогорск» и «Планерная». Руководитель коллектива Виктор Колосов рассказал о новом проекте «Дочки матери». Это проект о преемственности поколений, потому что преемственность поколений – это главная вещь. Сейчас молодежь развивается гораздо быстрее, чем развивались даже их родители, чем мы. Вот. И поэтому передача опыта, она немаловажна. Преемственность есть. На сцене выступили родители вместе с детьми. Всего же на музыкальный вечер пришли десятки химчан.